Мне нужно буквально несколько мгновений, чтобы переключиться на демонстрацию экрана. Сейчас. И напишите, пожалуйста, в чат, как только вы увидите презентацию на своем столе. Рабочим. Меня зовут Гриншкун Александр Вадимович. Я являюсь старшим преподавателем в Московском городском педагогическом университете. И сегодня я хотел вам рассказать про разработку мультимедиа-ресурсов, а именно видеороликов для библиотеки электронных образовательных материалов Московской электронной школы. Мне придется сейчас сделать презентацию на весь экран, поэтому чат я, к сожалению, временно не буду видеть. Поэтому я не смогу отвечать своевременно на вопросы, но когда мы перейдем непосредственно к, скажем так, уже практической части, я переключусь и смогу увидеть ваши вопросы. Сейчас. Соответственно, то, что я сегодня буду рассказывать, относится на самом деле не только к библиотеке электронных образовательных материалов Московской электронной школы, так что если вы ее еще не используете, либо пока не планируете ее использовать, это все равно для вас будет полезно, потому что эти видеоролики, которые сделаны по данному алгоритму, можно использовать и в любом другом формате. Скажем, встраивать их в презентации, в уроки, на какие-то другие платформы, давать в качестве определенного задания либо лекционного материала для систем дистанционного обучения. Соответственно, все, что будет относиться к библиотеке электронных образовательных материалов, это требования к видеороликам, а также особенности загрузки и работы с ними. Давайте сначала начнем с требований видеороликов. Какие же технические требования существуют к видеороликам, которые необходимо будет следовать загрузить в данную библиотеку Mesh. Соответственно, допустимы всего два формата, это MPEG-4 и MOV. Остальные форматы, к сожалению, пока не поддерживаются, но в случае чего есть открытые бесплатные конвертеры, которые позволят вам видеоролик ваш конвертировать. Но мы в нашей работе будем сразу готовить видеоролики таким образом, чтобы автоматически все у нас работало. Соответственно, размер одного файла не более 200 мегабайт. Для чего это сделано? Затем, что библиотека не бесконечна. Там есть определенный лимит по загрузкам. А кроме того, большой файл, могут быть проблемы при загрузке его непосредственно на различные электронные ресурсы, так как библиотека электронных материалов Московской электронной школы работает в онлайн-формате. Соответственно, нагрузки бесконечные, они не выдержат как сервера, так и непосредственно устройства в школах, поэтому есть такое ограничение. Соответственно, длительность видеозаписи не более 30 минут, это по техническим требованиям, но рекомендуется все-таки использовать меньше по возможности. Скажем, если вы на весь видео, если вы воспользуетесь 30-минутным видеороликом, получается, он займет практически весь урок. Соответственно, 30-минутные видеоролики можно делать, скажем, для систем дистанционного обучения какой-то, для домашнего задания, для какой-то лекционной части, для непосредственно, возможно, открытых уроков. Качество видеофрагмента не менее 480p. Соответственно, я советую использовать формат хотя бы HD. Если у вас видеоролик не очень объемный по времени, соответственно, HD у вас должен поместиться в 200 мегабайт. HD, напомню, это 720p. И далее на видео должны отсутствовать введенные знаки и посторонние надписи. Соответственно, если вы возьмете какой-то чужой видеоролик, скажем, возьмете его с других видеосервисов, с того же YouTube, скорее всего, вам не позволит его просто так загрузить за счет того, что там будет определенный водяной знак. Соответственно, материалы можем использовать только без водяных знаков. Другие требования – это то, что если вы хотите заявить себя автором материала и, соответственно, получать определенные дивиденды за данный материал, необходимо будет, чтобы вашего материала там было более 50%.
А по отношению к другим материалам это достаточно сложно определить 50%, скажем, сценарий урока, что считать 50%, а что нет. А вот в видеороликах это достаточно просто. То есть, если вашего времени, именно ваших разработок, там не более, точнее, более 50%, значит, вы можете заявить, что вы автор, и, соответственно, получать за это определенные бонусы. Если же вы создали видеоролик, либо загрузили чужой, в котором все-таки больше половины составляют какие-то чужие материалы, то, к сожалению, авторство вы на него заявить не сможете, и, соответственно, использовать вы его в обучении сможете, вы его сможете открыть в публичный доступ, чтобы им могли пользоваться другие преподаватели, но, к сожалению, никаких бонусов данный материал вам не принесет. Соответственно, возможно делать свои видеоролики с вкраплениями каких-то чужих материалов. Ну, скажем, по физике объяснение какого-то явления и при этом видеозаписи коротенькие с ходом эксперимента. Кроме того, существуют различные другие требования, такие как соответствие законодательству Российской Федерации, соответствие с Анпином и так далее. Вы всех можете найти на странице Московской электронной школы, но, как правило, это просто обычные правила, которые относятся ко всем остальным материалам. Соответственно, как загрузить видеоролик в библиотеку Московской электронной школы? Прошу прощения, этот слайд чуть позже пройдем. Соответственно, видеоролики являются атомарным контентом. Соответственно, оно загружается как обыкновенный атомарный контент, тип видео. Достаточно просто нажать на этот значок плюса сверху справа, который вы видите, выбрать тип видеоролик и нажать кнопку «Загрузить видео». При этом видеоролик также можно перетащить в экран, который вы видите в центре. Обращаю ваше внимание, что здесь, я этого не замечал, видимо, ранее в правилах, значит, у нас ошибка о том, что здесь также допустим формат AVI. Ну что ж, значит, в правилах есть небольшое расхождение. Можно попробовать и в AVI. И, соответственно, после того, как вы его добавили в атомарный контент, вы можете его использовать при проведении уроков в сценариях. То есть вы берете и просто добавляете уже готовый атомарный контент из библиотеки. Это может быть как чужой видеоролик, так и собственный. Александр, я прошу прощения. Очевидно, ничего не происходит. Мы видим только титульный слайд. Разработка мультимедиа ресурсов. Вот сейчас презентацию. Хорошо, я тогда попробую сейчас. Хорошо, я тогда через режим чтения сейчас посмотрю. Воспроизводится анимация? Но вот сейчас, технические требования показывается анимация. Хорошо, я тогда повторю быстро. Хорошо, я тогда... Спасибо. Я думаю, что не надо. Мы все, в принципе, услышали то, что вы говорили. Можно хорошо, продолжать спасибо. Дальше. Тогда еще раз, вот они на экране, технические требования. Далее, как загружать материал, вы можете видеть сейчас на анимации. То есть плюс, видео. И непосредственно загрузить материал, о чем я и говорил. И далее, как добавить материал непосредственно в сам сценарий урока. Сейчас видеоролик воспроизводится, да, насколько я вижу. То есть либо из общего каталога, либо из ваших материалов. Соответственно, после того, как добавили материал, вы можете его определенным образом настроить. К сожалению, в сценариях урока уже настроек не так много. То есть, что вы можете настроить? Его размер, а также отображение заголовка и описание к этому видеоролику. У всех видно? Отлично. Все, вы видите, также еще можно настроить только вправо, влево, скажем, видеоролик этот расположить и его размер по высоте. Соответственно, а где же разрабатывать такие видеоролики? Считается, что разработка видеороликов это сугубо профессиональная такая задача, которая недоступна для обычных учителей. На самом деле это заблуждение, и неплохие видеоролики обучающие можно производить и в PowerPoint. К сожалению, узкой полосы я сейчас попробую от нее избавиться. Вот, стало лучше?
Отлично. По поводу того, где же это все разрабатывать. Существует большое количество программ, которые это все позволяют делать, но, к сожалению, большинство из них требует определенной подготовки. Соответственно, я предлагаю следующий способ разработки видеороликов. Это работа с Microsoft PowerPoint. Как мы работаем и разрабатываем видеоролики в PowerPoint? На самом деле в Microsoft PowerPoint можно разрабатывать не только видеоролики, но и различные интерактивные материалы. Об этом как-нибудь в следующий раз я могу рассказать. Соответственно, как происходит разработка видеороликов в различных программах разработки презентации? Я думаю, что и в других программах, не только PowerPoint, а для разработки презентаций, скажем, бесплатных, есть такая возможность, но, к сожалению, не проверял, и, возможно, часть функционала будет недоступна. Соответственно, ваша задача состоит в том, чтобы разработать презентацию, которая будет полностью автономна, то есть воспроизводиться самостоятельно, чтобы все время переключения слайдов, воспроизведения анимации было записано изначально, и после всего, после той презентации, которую вы сделаете, вы сможете вашу презентацию экспортировать в видеоролик. При этом этот видеоролик может быть со звуком. Однако существуют и более профессиональные бесплатные программы, которые позволяют делать видеоролики на более высоком уровне. У них больший функционал, меньше ограничений, но, к сожалению, нужны определенные специфические знания по работе с видеоматериалом. Соответственно, так как с PowerPoint, я думаю, знакомо большинство из вас в той или иной степени, данные программы будут менее доступны, но можно представить следующий сценарий использования. Видеоряд вы подготавливаете в Microsoft PowerPoint. Соответственно, у вас уже будет определенный ряд без звука. И потом уже свой голос, например, музыкальное сопровождение, определенные другие звуки, а также конечное редактирование можно производить вот в таких программах, как DaVinci Resolve и KDE Enlive. Соответственно, для чего эти программы сделаны? Это полноценные видеоредакторы. Соответственно, для простой работы со звуком, там ничего сложного нет. В интернете вы можете самостоятельно найти определенные инструкции. Либо мы проходим это в нашем курсе, о котором я расскажу чуть позже. Соответственно, чем они различаются? DaVinci Resolve, она более профессиональная, но, к сожалению, чуть больше, более сложная в изучении. Кроме того, она бесплатная только для базовой версии. В чем различие базовой и платной версии? Только в том, что в базовой версии ограничение разрешения Full HD, но, в принципе, это не для профессионального какого-то использования. Если для вас создание видеороликов – это не основной способ заработка, этого вполне достаточно. И кроме того, существуют ограничения в некоторых фильтрах, что также для нас сейчас не важно. И вторая программа – это KDE Enlive. Это полностью бесплатное приложение, в нем нет ограничений по разрешению либо по каким-то функциям, но она менее функциональна сама по себе. Кроме того, она работает на таких устройствах, как Windows, Mac OS, а также Linux. Однако производство видеоряда мы сегодня изучим именно в Microsoft PowerPoint. Соответственно, как разрабатывать такие видеоролики? Существует несколько типов слайдов, из которых вы можете составлять определенные сцены. Какие это типы слайдов? Во-первых, самое первое, что мы будем делать, это некий начальный слайд, начальная сцена, которая будет нашим заголовком. Ее на самом деле делать не обязательно, но очень желательно, потому как ваш материал могут брать другие люди. Соответственно, на заголовке этом старайтесь не писать своего имени, если вы загружаете данный видеоролик в библиотеку Mesh, потому что это смотрится не очень красиво. Ваше имя, фамилия, отчество, все это прописано будет в описании к этому видеоролику автоматически. А детям другим
да, другим учащимся других школ, которые будут видеть и учиться по вашим видеороликам. Им не обязательно знать имя учителя, который это все подготовил. А вот учитель, который воспользуется этим видеороликом, он ваше имя увидит и сможет в случае чего, скажем, связаться, проконсультироваться, попросить помощи там, и так далее. Соответственно, первый тип – это у нас заголовок, это обычный текст. Второй тип – это какой-либо выезжающий, скажем, анимированный текст. Обычный текст я вам не советую вставлять, потому что, а зачем он нужен зачем он тогда нужен наш видеоролик, если мы можем обойтись обычным текстом на слайде? Соответственно, нам нужно какую-то анимацию добавить для концентрации внимания, для того, чтобы дети видели, на чем сейчас сфокусироваться. Кроме того, анимация своевременная может позволить избежать слишком большого количества информации. Скажем, как у меня сейчас на слайде, скажем, если я говорю про все требования, если сразу все требования выезжают одновременно, тяжело сфокусировать внимание на каком-то одном требовании. Я могу сделать так, что как только я буду проговаривать какое-то требование, то оно будет появляться, соответственно, внимание не будет расфокусироваться. Далее, что мы можем вставить? Мы можем вставить какую-то либо схему, либо пример работы чего-либо. То, что вы видите сейчас на экране, это сделано с помощью анимации, это не видеоролик. Сейчас я включу воспроизведение. Секундочку. Соответственно, то, что вы видите, это сделано целиком в PowerPoint, без всяких записей экрана, только скриншоты из интернета и добавление стандартных каких-то анимаций. Соответственно, таким образом можно показать, например, алгоритм работы в лабораторной работе, например, ту лабораторную работу, которую мы выполнить не можем, скажем, с радиоактивными какими-то веществами и так далее. А, к сожалению, данный вид сцен самый трудоемкий, потому что нужно прописать все эти анимации, но зато он самый, скажем так, эффективный в плане обучения, в плане того, что мы можем показать и так далее. Чтобы делать такие сцены такого рода, нужно обучаться анимации. Здесь я обучить все анимации, к сожалению, не смогу, но базовые какие-то вещи я покажу, как делается. Соответственно, далее. Это возможность вставки чужих каких-то видеороликов. Скажем, вы нашли опыт по физике чей-то, да, но вы его провести не можете и самостоятельно заснять. Вы хотите показать демонстрацию там, работы чего-либо, чего вы тоже записать не можете, например, там, двигателя внутреннего сгорания, либо какую-то визуализацию, которую вы сделать не можете. Можно взять чужой видеоролик и встроить в свою презентацию. Как я уже говорил, будьте осторожны с видеороликами, потому что тут могут быть различные материалы, которые вступают в конфликт с вашим видеороликом. То есть, например, какие-то водяные знаки, а мы помним, что по техническим требованиям водяные знаки запрещены. Возможно, потребуется коррекция звука, скажем, видеоролик с очень громким звуком, и при работе на доске в классе у нас может случиться небольшой конфуз в том, что резко громко станет все, или наоборот, слишком тихо и ничего не слышно. То есть с этим нужно быть очень осторожно. Тут я вижу по поводу имя автора, вы можете добавлять, это ваше право, но, как правило, просто не используются имена авторов в различных обучающих видеороликах. Насколько я понимаю, если вы попробуете посмотреть какие-то видеоролики, обучающие непосредственно в библиотеке, очень редко пишется сам автор. Часто компания, да, но не автор. Соответственно, другие типы материалов, которые вы можете добавить, к сожалению, доступны, скорее всего, только для PowerPoint. К сожалению, в других программах я не знаю, как это делается. К примеру, 3D-модели также возможно использовать в последних версиях PowerPoint. Скажем, взять и продемонстрировать то, чего продемонстрировать было невозможно без вот данной технологии. Скажем, вы взяли и хотите продемонстрировать работу реактивного двигателя.
Это очень просто сделать. Загружаете модель такого двигателя, добавляете ее в свою презентацию и делаете из этого видеоролик. Сейчас вы видите, что вроде бы это обычная картинка, но на самом деле при правильном ее позиционировании мы видим, что это у нас не обычная картинка, а 3D и при этом анимация к тому же. То есть мы можем выбрать нужный нам ракурс, мы можем показать работу данного устройства, чего невозможно было бы сделать при обычной анимации или при обычных картинках. Мы можем добавить сюда какую-то дополнительную анимацию, скажем, подписывать элементы данного устройства и так далее. Зачастую таких элементов есть несколько анимаций, скажем, у двигателя это реверс и движение вперед. У сердца там нормальная работа и так далее. Соответственно, как же все это разрабатывать? Если вы сейчас посмотрите в материалы, доступные вам, там есть презентация, которая была подготовлена как раз на случай отмены демонстрации. Соответственно, там есть подробнейшее описание того, как это все происходит. А по поводу вопроса, интересны другие программы, да, учителям хорошо, давно знаком. А, к сожалению, у вас всех уровень очень разный. Кроме того, возможно, я покажу сейчас инструментарий, который многим не знаком, и вы с ним сегодня сможете познакомиться. А по поводу более профессиональных программ, их невозможно объяснить за те 45 минут, за час, которые нам, к сожалению, даны. Соответственно, мы будем работать в PowerPoint. Я покажу несколько принципов работы с различным материалом. Более подробно вы можете изучить либо самостоятельно, либо оставаться на связи каким-то образом. Я расскажу об этом в конце курса. Соответственно, давайте пройдемся сначала по тем материалам, которые проще всего, с которыми проще всего работать. Проще всего работать это с, соответственно, текстом и с чужими видеороликами. Как это делается? Соответственно, вставка происходит точно так же, как и в обычных презентациях, то есть через вставку. Я делаю на весь экран, иначе, к сожалению, сложно работать с интерфейсом, поэтому вопросы я буду ваши видеть с задержкой. Соответственно, текст вставляется совершенно обычным образом, то есть через, скажем, WordArt либо надписи с последующей анимацией. По поводу видеороликов. PowerPoint позволяет не только работать с готовыми видеороликами, но и небольшой их монтаж. Соответственно, чтобы вставить чужой видеоролик, в разделе «Вставка» можно вставить видео, и видео, скажем, загруженное заранее на компьютере. Где взять видео? Его можно либо загрузить из различных источников, в том числе с сервиса YouTube. Соответственно, чтобы загрузить сервис YouTube, достаточно перед началом адреса добавить две буквы всего лишь SS, после чего будет доступно скачивание данного видеоролика. Либо вы можете взять и прямо в интернете ввести адрес, скажем, скачать видео с YouTube и туда вставить в появившееся поле адрес вашего видеоролика и потом его вставить, интегрировать вашу презентацию. Соответственно, что мы можем сделать со вставленным видеороликом? Во-первых, мы можем, как и с картинкой, менять его размер. Боюсь, только без изменения, нет, с пропорциями. Соответственно, все редактирование видео происходит в разделе «Формат видео» и «Воспроизведение». А в разделе «Формат видео» что мы можем сделать? Мы можем добавить различные эффекты, то есть, скажем, взять и добавить какую-нибудь рамочку нашему видео, тень и так далее. Мы можем изменить форму нашего видеоролика, чтобы он был там необычной какой-то формы, вот определенный стиль нашей презентации. Кроме того, мы можем здесь обрезать наш видеоролик, скажем, у нас есть, как вы видите в начале, видеоролик был скачан из интернета, соответственно, тут есть информация, которая детям не нужна. Скажем, меню пуск, да, при записи с экрана и то, какие вкладки открыты у нас в данном случае в браузере. Мы можем с помощью функции «Обрезать»
Прошу прощения, я ее не вижу. Пропала. Вот она. Соответственно, с помощью функции «обрезать» можно вырезать кусочки, которые у нас нам не важны. Скажем, в данном случае это пуск. Да? И сейчас... И командная строка сверху, где у нас адресная, прошу прощения, строка. Если у вас здесь есть какой-то водяной знак, его также можно убрать. Но при этом, когда вы будете загружать видеоролик, вы увидите, что там будет есть окно «Используемые материалы». Туда обязательно нужно будет добавить, откуда вы взяли чужие материалы. Во-первых, это нечищено, во-вторых, у вас просто не пропустят. Соответственно, здесь же можно, скажем, поменять немножко яркость вашего изображения, поменять цвет и так далее. Вторая вкладка, которая вам здесь доступна, это вкладка «Воспроизведение». Что здесь можно сделать? Во-первых, можно задать автоматический запуск. Что это значит? Это значит, что наш видеоролик будет воспроизводиться автоматически. Для нас это очень важно, потому как наша вся презентация, с которой мы будем составлять видеоролик, она должна воспроизводиться автоматически без нашего вмешательства. Соответственно, запуск должен стоять на автоматическом режиме. Кроме того, вы здесь видите сразу несколько меню, которые могут быть полезны. Во-первых, это показывать во весь экран видеоролик, чтобы у нас не было белых полос. Однако видеоролик такой будет, скорее всего, растягиваться. И если он у вас очень узкий, будет некрасиво. Кроме того, здесь же можно задать немного уровень громкости, соответственно, тихо, средне, громко и выключить звук. Если вы работаете совместно с другими программами, которые я вам говорил в начале, то есть DaVinci Resolve, KDE Live, либо другие программы видеомонтажа, и вы не хотите, чтобы был голос чей-то чужой, а вы хотите дать звуковое сопровождение самостоятельно, здесь можно громкость отключить и записать уже свой голос. Соответственно, тут же можно взять и вырезать только тот промежуток, который вам нужен. Как это делается? Здесь у вас есть длительность редактирования и есть кнопка «Монтаж видео», с помощью которой можно взять, и, например, вы видите, да, что сейчас я импортировал на самом деле видеоролик длительностью 11 минут. Но вы видели, что он воспроизводился всего лишь около 3 минут. Соответственно, как это делается? У вас есть начало ролика и конец видеоролика. И вы можете взять и вырезать только тот кусочек, который вам нужен. Либо задать его не приблизительно, а точным значением. Обращаю ваше внимание, что таким образом нельзя задать два разных кусочка. Ну, например, кусочек в начале видео и кусочек в конце видео. Чтобы сделать два разных кусочка одного и того же видео, придется два раза вставлять видеоролик и просто вставлять в нем разные кусочки, соответственно, непосредственно самого ролика. Давайте я посмотрю, есть ли какие-то вопросы. Угу, вопросов вроде пока таких нет. Продолжаем. Еще один очень полезный инструмент. По поводу видеороликов, я думаю, все более или менее понятно. Это одно из самых простых и таких действенных способов оживить ваш урок, но, к сожалению, нужен материал. Соответственно, материал, скорее всего, поначалу будет чужой, поэтому это скорее способ отредактировать частично чье-то видео. Обращаю ваше внимание, что в данном случае возможно добавление каких-то своих материалов на чужие видеоролики. Скажем, вы хотите в какую-либо демонстрацию, например, работы какого-либо устройства, либо какого-то погодного явления и так далее, добавить какие-то приписки, либо анимации и так далее, это возможно. Как и с обычным объектом, вы просто вставляете какие-либо фигуры, да, ну, скажем, какой-то прямоугольник с надписью, да, с текстом. После чего с помощью добавления анимации можно, скажем, объявить новые элементы, да, добавить им какие-то приписки, скажем, добавить, что вот это
Вот это у нас добавление текста. Да? При этом такой текст может быть анимированный, несмотря на то, что видеоролик уже будет воспроизводиться. Но идем далее и давайте поговорим про работу непосредственно с схемами, то есть работу с анимацией. Я покажу пример сейчас, как работать со схемами на примере клетки растительной. Соответственно, как можно показать и продемонстрировать различные элементы этой клетки. Обращаю ваше внимание, что сейчас я буду показывать инструменты определенные, которые можно будет использовать и при разработке интерактивных ресурсов. К сожалению, это не тема данной лекции, да, мастер-класса, но тем не менее обращаю ваше внимание, что здесь есть возможность такая преобразовать все это в интерактивный элемент, который потом загрузить в качестве приложения, скажем, в сценарий урока. Да? Анимация на флеш? Нет, анимация не на флеш. Анимацию можно делать прямо здесь. Флеш, насколько я знаю, PowerPoint не поддерживается. Кроме того, наша анимация не будет, если вы будете работать во флеше, она не будет работать в, скорее всего, в библиотеке Mesh. Кроме того, от флеша уже все отказываются, в том числе и сама компания-производитель. Поэтому я вам советую от флеша все-таки постепенно отказываться. По поводу в iPhone не воспроизводится, а будет воспроизводиться, как только мы это все преобразуем в видеофайл. Неважно, на каком устройстве мы будем все это воспроизводить. На планшете, на телефоне, на интерактивной доске, на компьютере. Везде он должен воспроизводиться одинаково, потому что из презентации мы сделаем видеоролик. Соответственно, чтобы потом этот видеоролик воспроизводить, не нужны будут программы для воспроизведения презентации. Вам нужен будет только плеер, который поддерживает данный формат. Кроме того, если вы берете, наверняка вы с таким сталкивались и сохраняли презентацию, и у вас что-то, скажем, на другом компьютере поплыло, там не воспроизводится анимация, что-то там подглючивает и так далее, такого быть не должно при создании видеороликов. Так что если у вас есть какое-то особо ответственное, скажем, мероприятие, в котором вам ну, никак нельзя подвести, соответственно, это тоже выход. Единственная проблема в том, что сложно будет контролировать скорость воспроизведения, если вы будете рассказывать самостоятельно, а это будет не предзаписанный голос. Соответственно, давайте посмотрим. Вот у нас есть клетка. Я сейчас не вижу, к сожалению, экран остановился. Что вы сейчас видите на экране? Видеоролик или клетку? Подскажите, пожалуйста. Потому что почему-то у меня отображается, что я показываю видеоролик. Сейчас я попробую еще раз воспроизвести, возможно, заработает. Так, почему у меня клетка не воспроизводится? Клетка есть. Прошу прощения, нужно перезапустить программу. Одну секунду. И я покажу, как можно анимировать клетку очень интересным способом, при этом не используя каких-то сторонних материалов, кроме непосредственно картинки клетки. Так, я дал доступ. Пожалуйста, скажите, как только... Картинка пропала. Как только будет картинка, есть картинка, да? К сожалению, у меня пропала сейчас клетка. Я сейчас найду изображение клетки в интернете. Ну, одно из первых попавшихся. Постараюсь достаточно быстро. Вот. Угу. Так, клетку видно? Нет, все еще не видно. Секунду. Сейчас.
Соответственно, а в чем здесь основная идея? У Microsoft PowerPoint не работает, да, больше трансляция? Скажите, пожалуйста, а сейчас вы видите только первый слайд? Так, есть клетка. А скажите, пожалуйста, а клетка с черными полосами или в интерфейсе PowerPoint? Без интерфейса, да? С черными полосами. А скажите, пожалуйста, тогда, сейчас цвет поменялся у клетки или нет? Если я сделаю так, секундочку, всего экрана. Вот, теперь видно, да? Весь рабочий стол я дал, а не только PowerPoint. Сейчас нужно небольшое количество времени, чтобы он заработал. Соответственно, давайте пока у вас загружается, напишите, пожалуйста, как только он заработает. И отлично. Все, я делаю тогда на весь экран. Клетка есть в интерфейсе PowerPoint, верно? Отлично, работаем. Смотрите, у нас есть некая информация. Да? Давайте приведем из данной схемы некую схему, более подходящую для создания видеоролика. Соответственно, много текста нам не нужно, мы это можем озвучить. Давайте удалим ненужный текст, просто обрезав картинку. Скажем, нам этот текст не нужен, мы это проговорим. Сделаем картинку нашу побольше. Она не очень хорошего качества, но я думаю, если вы будете работать самостоятельно, вы найдете картинку лучшего качества. Да? Вот у нас картинка. И, соответственно, я хочу сделать так, чтобы у нас элементы при том, когда мы про них проговариваем, ну, скажем, ядро, там, хлоропласты там, и так далее, они каким-то образом подсвечивались. Как это сделать с помощью обычной картинки, без применения сторонних инструментов? Если у вас PowerPoint версии, наверное, старше, чем... То есть новее, чем 2013 версии, у вас этот инструментарий доступен. Не знаю по поводу 2010, возможно, 2010 версии работает. Это функция «Удалить фон». Ей очень удобно пользоваться, во-первых, для подготовления картинки. То есть вы видите, что у нас здесь есть, не знаю, насколько вам видно, здесь есть различные артефакты, некрасивые из-за того, что эта картинка уже много раз копировалась, и при том неправильным образом. Соответственно, с помощью «Удалить фон» можно взять и оставить только одну клетку без сторонней информации. Смотрите, я лишь сохраняю изменения, и вот у нас уже клетка без фона. При этом у нее действительно нет фона, а он не белый. Давайте я продемонстрирую, вставлю какую-нибудь фигуру, ну, скажем, треугольник, да, и расположу его на задний фон. Видите, да, клетка у нас действительно не обладает фоном, а не обладает, скажем, белым фоном. То есть мы можем производить различные композиции, анимации и так далее с помощью данного инструмента. Но это не все. С помощью данного инструмента можно осуществлять выделение различных элементов. Как это делается? Вы берете, оставляете наш элемент, основной рисунок на месте. После этого берете его, копируете. Для этого нажимаете либо Ctrl-C в сочетании клавиш, либо правой кнопкой мыши и нажимаете «Копировать». После чего вставляете, например, правой кнопкой мыши «Вставить» и сопоставляете эти рисунки, чтобы они были точь-в-точь друг на другом. А после этого вы берете и с помощью функции «Удалить фон» удаляете все элементы, кроме тех элементов, которые вам следует подсветить. Ну, скажем, я хочу взять и оставить только ядро. Как это делается? Смотрите, в данной функции удаления фона, я показал, где она находится, да, формат рисунка, удалить фон.
Да, сейчас еще раз давайте удалить фон. У нас есть два инструмента. Пометить области для сохранения и пометить области для удаления. Сейчас он нам ничего не удаляет. Нам нужно удалить все, кроме нашего ядра. Мы нажимаем «Пометить области для удаления». И смотрите, в новых версиях мы можем рисовать какие-то кривые. Видите, да, я могу рисовать какие-то произвольные кривые. В старой версии можно будет рисовать только прямыми, либо точками. Соответственно, мы берем и закрашиваем таким образом, да, чтобы у нас все было сиреневым, кроме непосредственно ядра. К сожалению, это не всегда просто сделать. Давайте попробуем еще раз. Да. Перед этим, кстати, можно было, чтобы упростить себе работу, взять и обрезать наше изображение до ядра, чтобы это ускорить нашу работу. Соответственно, вот почти все, кроме ядра, у нас уже удалено. Вот, осталось только ядро. Смотрите, а у нас еще ядрышко тут, а мы должны его исключить. Исключили ядрышко. Если у вас случайно взялось кусочек ядра, скажем, а вы его хотите оставить, можно включить, пометить области для сохранения и рисуем по ядру. Он нас, соответственно, сохранит ту часть, которую нам нужно. Сохраняем изменения, после чего вроде бы как у нас ничего не поменялось, но на самом деле тот рисунок, который у нас сверху, это только ядро. Видите? Соответственно, его возвращаем на место, после чего нам нужно изменить его таким образом, чтобы оно было более заметно. Смотрите, применяем, например, художественные эффекты и применяем художественный эффект, ну, например, сепию. Сепия очень темновато, давайте что-нибудь менее, ну скажем, вот такое пластиковая упаковка, да? Да, пластиковая упаковка. Соответственно, что мы теперь должны сделать, чтобы показать, продемонстрировать, где же у нас находится ядро? Смотрите, мы берем и добавляем анимацию только появившемуся нашему ядру. Как это сделать? Добавляем в него обычную анимацию, как мы и делали, наверняка вы делали это, многие из вас. Это анимация и добавить анимацию. Обращаю ваше внимание, что в данном случае мы вводим какой-то новый объект, которого не должно было быть до этого. Соответственно, мы используем анимацию входа. Обращаю также внимание, что для того, чтобы продемонстрировать выделение, обычно используют анимацию, скажем, выцветание, вылет. Вылет, точнее, прошу прощения, не используют, это не очень красиво смотрится. Например, панорама, появление, фигура, часовая стрелка, случайные и, скажем, масштабирование. Ну, давайте попробуем появление. Смотрите, как оно будет выглядеть. Единственное, давайте его замедлим. Вот здесь вот в правой верхней части длительность поставим, скажем, 2 секунды. Да, и посмотрим, как работает наша анимация. То есть вот у нас появилось какое-то выделение. Обращаю ваше внимание, что мы при производстве анимации заметили, что выделение не очень яркое. Соответственно, мы можем прямо сейчас взять и поменять художественный эффект все-таки, скажем, на сепию, чтобы это было более ярко и наглядно. Скажем, мы хотим сказать про ядро, да, и анимацию смотрим. Вот так будет выглядеть наш слайд. Оп, и у нас выделилось ядро. При этом обращаю ваше внимание, что никаких больше инструментариев, кроме как PowerPoint, мы не использовали. Мы можем взять и попробовать использовать другую анимацию. Скажем, выцветание неплохо еще смотрится. Либо случайное появление. Еще хорошо смотрится для круглых объектов часовая стрелка. Так, она у меня немножко заедает здесь. Не знаю почему. Возможно, из-за демонстрации. А что плохо смотрится? Смотрится вылет. Видите, да, это смотрится не очень красиво, все-таки лучше, когда идет обычное выделение. Масштабирование неплохо смотрится, единственное, нужно из центра самого объекта. Ага. У нас нужно будет ее поднастроить. Соответственно, таким вот образом можно разместить все элементы на нашем экране. И при этом, скажем, проговаривать. Вот здесь у нас находится ядро, да, и ядро при этом выцветает. Здесь у нас находится, скажем, ядрышко, и ядрышко каким-то образом выцветает. Здесь у нас находится, скажем, вот это у нас оболочка нашей клетки. Как это можно продемонстрировать? Можно продемонстрировать также выделением, а можно продемонстрировать движением стрелки.
То есть давайте я пока удалю ядро и скажем, как, например, еще можно продемонстрировать какой-либо элемент. Скажем, берем стрелку, обычный графический элемент стрелка. После чего мы можем добавить ему анимацию, движение по определенной траектории. Соответственно, берем и рисуем траекторию. К сожалению, это не всегда удобно здесь делается. Нужно немножко потренироваться, да, чтобы у нас стрелка все-таки показывала на наш элемент. Но я думаю, после небольшой тренировки у вас получится совместить анимацию и объект таким образом, чтобы они совпадали. Соответственно, увеличив время, скажем, на 5 секунд, можно продемонстрировать какой-то другой элемент. Да? Немножко с анимацией я промазал. Это можно будет поправить. Соответственно, после того, как вы все сделали, вы проанимировали, скажем, все слайды, добавили видеоролики. Что здесь принципиальная разница в чем с обычными презентациями? В том, что вы должны все сделать таким образом, чтобы они у вас воспроизводились автоматически. То есть, если вы добавляете какую-либо анимацию, вам необходимо добавить все анимации, запуск не по щелчку, а автоматически, то есть, например, с предыдущим, либо после предыдущего. Если у вас есть несколько сцен, то есть слайдов, они должны воспроизводиться также автоматически. То есть сверху справа у вас в разделе «Переходы» должно быть не по щелчку, а стоять после и определенного количества времени. А какое здесь время выставлять, вы считаете сами. Советую я вам выставлять уже после того, и настраивать анимацию после того, как вы записали речь. Почему так делается? Потому что очень тяжело потом все это корректировать. Это, скажем, ставим на данный слайд 5 секунд. Что это значит? Это значит, что воспроизводится вся анимация, после чего у вас слайд останавливается, проходит 5 секунд и включается автоматический переход на следующий слайд. Если мы говорим про видеоролики, на следующую сцену. Соответственно, вы сделали все это, сделали так, чтобы оно все воспроизводилось автоматически. Обязательно проверьте, запустите презентацию и посмотрите, чтобы она воспроизводилась корректно, без вашего вмешательства полностью. После чего вам необходимо создать видеоролик. Как это делается? В PowerPoint вы переходите в раздел «Файл», «Экспорт», после чего здесь есть раздел «Создать видео». Здесь вы задаете определенные настройки. Какие это настройки? Это качество. Помните, да, что я говорил, что не менее 480p. Я вам советую использовать минимум 720, то есть HD качество. При этом я советую вам, например, если у вас слишком длинный ролик и он не помещается, его записать в HD качестве, скажем, для библиотеки Mesh, и Full HD для того, чтобы использовать его вне библиотеки. Выбираем, например, HD. После чего вы выбираете использовать записанное речевое сопровождение и время показа слайдов. Вы в любом случае выбираете данный пункт, даже если вы не записывали речевое сопровождение непосредственно в PowerPoint, потому что данному пункту соответствует непосредственно само автоматическое воспроизведение. Также обращаю ваше внимание, что прямо здесь можно взять и записать речевое сопровождение и время показа слайдов. Соответственно, раньше этого пункта я не видел, и поэтому здесь можно упростить себе работу с презентацией, то есть делать все в автоматическом режиме. Я время вижу, я уже почти закончил. Итак, соответственно, после того, как вы нажимаете все настройки, обращаю ваше внимание, здесь есть еще время показа каждого слайда. Что это значит? Эта настройка применяется к тем слайдам, в которых вы не задали вручную, помните там, где мы вы задавали, автоматический переход. После чего нажимаете кнопку «Создать видео», выбираете куда, ну скажем в это же место, и выбираете формат. А VMA нам не подходит, нам нужен MPEG-4. Выбираем MPEG-4, нажимаем «Сохранить» и обращаю ваше внимание, что снизу у нас пойдет полоска сохранения видео. Чем больше у вас различных элементов, объектов, анимаций, чем тяжелее у вас сама презентация, тем дольше будет создаваться видеоролик. Это не
мгновенный процесс, соответственно, нужно ему какое-то время. За это время, пожалуйста, не выключайте PowerPoint и не выходите из него. Да? Еще совет – почаще сохраняться и в том числе сохраниться перед созданием видеоролика. Это достаточно трудоемкий процесс. Соответственно, если у вас что-то вылетит, обидно потерять свой результат. Обращаю также внимание, что обязательно просмотрите видеоролик еще самостоятельно со звуком, потому что иногда он, к сожалению, записывает с первого раза определенные проблемы. Скажем, не воспроизводится какая-то анимация, возможно, какие-то артефакты появляются графические, и нужно их поправить, скажем, еще раз просто отправить на кодировку видео. Полученный видеофайл вы можете либо загружать, как я уже показывал ранее, непосредственно в библиотеку Mesh, либо взять и использовать его как основу для дальнейшего редактирования в тех программах, о которых я говорил. Итак, это все, что я хотел рассказать о создании видеоролика. Соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать. Пока вы будете писать вопросы, да, я хотел рассказать о том, где об этом можно послушать поподробнее. Это у нас есть в нашем университете курс магистратуры, который называется «Информационно-телекоммуникационные технологии в обучении». В образовании, точнее, в университете МГТУ, Институте цифрового образования. Соответственно, в данном курсе мы как раз проходим и создание видеороликов, и работа с Московской электронной школой. Это магистерская программа, рассчитанная на 2 года, очная, абсолютно бесплатная. По окончанию вы получаете диплом магистра официального образца, полноценный. У кого нет, это дает педагогическое образование. Кроме того, мы обучаем другим технологиям, виртуальной реальности, дополненной реальности и так далее. Кроме того, как я уже говорил, это абсолютно бесплатно, дает различные социальные льготы, то есть вы становитесь полноценным студентом, стипендия, и не мешает работать в школах, потому что занятия по вечерам и по субботам. Соответственно, если вы работаете, уходить никуда не нужно, вы можете работать параллельно, и при этом также возможно обучение по договоренности из других городов, скажем, относительно дистанционно. Если интересно, я оставлю свои координаты, можете написать. Сейчас идет прием документов, будем рады вас видеть. Соответственно, давайте я отвечу сейчас на поступившие вопросы быстро и заканчиваю. Итак, с чего начнем? По поводу инструкции. В папке есть некая инструкция, которую я старался сделать максимально подробно по основным функциям. Вы сейчас ее можете видеть по материалам, которые есть. Примеры видеороликов можно посмотреть непосредственно в библиотеке электронных образовательных материалов. Там наши студенты выкладывают. К сожалению, общей прям так папки пока нет, но если вы напишете, я могу предоставить то, что делали наши студенты по программе подготовки. Соответственно, так, технология, как я уже говорил, есть, инструкция описана. Кроме того, мы ей обучаем на магистерских, различные тоже вебинары проводим, следите за информацией. Так. Все, я не вижу больше вопросов, что-то я пропустил. Давайте тогда, в случае чего, я напишу текстово, отвечу на вопросы. И спасибо большое за внимание. Александр, мы благодарим вас. Вопросов в чате действительно практически не было. Мы достаточно внимательно наблюдали за примерами, как можно использовать знакомый многим инструмент PowerPoint для того, чтобы сделать анимированный ролик.
И, естественно, можно было выбрать другие примеры, но для демонстрации возможностей, я думаю, что у Александра все хорошо получилось, и он показал, как, в принципе, можно подготовить ролик и использовать его уже в работе с обеспечением Московской электронной школы. Спасибо. Спасибо, Александр. И мы с вами продолжаем наш онлайн-семинар. Следующий готовится выйти в эфир Наталья Давыдова. Александр, пожалуйста, напишите в чате коллегам, как с вами связаться. Ага, вот, благодарю вас, да. И, естественно, те, кто будут проходить обучение по программе повышения квалификации в рамках нашего, продолжая обучение, да, у Александра в его части материалов на портале 4 портфолио будут контакты, будет возможность с ним связаться, и мы попросим Александра дать какие-то ролики, либо дать доступ к роликам, разместить их где-то так, чтобы, не будучи зарегистрированным в Московской электронной школе, любой участник смог посмотреть примеры роликов, посмотреть, как это работает, и взять на вооружение.